там такой бойки. Таранта. Ну что, клево всем, друзья. Сегодня мы в хуторе Садки Краснодарского края. Пришли половить рыбку, приехали. Кстати, сегодня 23 февраля. Всех причастных к этому празднику с праздником, друзья. Счастья, здоровья, мирного неба над головой, чтобы все было самое наилучшее. С праздником, друзья. ДМБ-96. Вот такая таранушечка улетела. Рыбка есть, потом хороший размер. Ну что, друзья, новое место для меня, канал. Сейчас будем определяться с точкой ловли. Сначала будем пробивать глубину, чтобы понять рельеф по глубине. Первый заброс недалеко. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Груз 35 грамм, падает на счет 9. Это мы кинули, даже не забросили до середины. Сейчас кидаем чуть дальше середины. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Такая же глубина. Ближе к камышу. Один сразу. Значит, получается, практически сразу от камыша идет свал. Практически сразу. Здесь, скорее всего, то же самое. Сейчас проверим. А дальше идет совершенно ровное дно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То же самое. Значит, здесь. Вот он, начался свал. И там, значит, то же самое. Значит, идет свал под этим берегом. Буквально в 3 метрах. Резкий. И примерно такое же под тем. Значит, что нам остается? Или ловить под свалом. Тут бросать неудобно. Значит, под тем. Ну, сначала сейчас будем искать. Проверим дно протяжным. Скатился со свала. Оп. Эти неровности. Давай. Плюсуемся. Проверяем. Найдем этот же неровность или нет. Нашли. Нашли интересное место. Сейчас еще прокинем правее. Угу, отлично, отлично. Так. В принципе, за основу возьмем то вот дерево. Сейчас напротив него и кидал. Еще раз проверяем и посчитаем количество оборотов. Отлично. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14. 32 оборота. Нормальная дистанция, небольшая. Очень будет комфортно ловить. Главное, чтобы не помешал дождь, ветер.
Для начала мы закормим рыбку, будем кормить такой закормочной кормушкой. Посмотрим, что получится. Потом, как закормим, пойдем оденемся теплее, попьем чайку, пока рыбка будет собираться. В планах у нас сегодня карась, зимой, зимний карась. Надеюсь, получится его половить. И вам расскажу, как это сделать. Здесь есть красноперка, таранка, плотва, пеленгас. Нас интересует карась. Будем надеяться, что получится его половить. Очень хочется. Моя любимая рыба. Прикормка у меня осталась вот такая вот темненькая. С последней рыбалки. Я его вкинул в морозильник, заморозил. Вчера достал. Положил в машину, куда собирался. Прикормка разморозилась. Добавил воды, сделал прикормку потяжелее, специально с расчетом на карася. Добавил немножко мороженого, у меня было мотыля. Вчера никуда не заезжал. Ничего не покупал. Все со старых запасов. Мотыль с рыбалки остается. Я его кидаю в морозилку. Мед, когда нету, для закорма. Также можно его копить и для лета. Сейчас покупать, морозить, а летом доставать и кормить рыбу, добавлять в прикормку. Пока хорошая погода, пасмурно, но обещали вроде бы без дождя сегодня здесь, по крайней мере. Во второй половине дня усиление ветра. Ну, задача такая, что мне надо в 5 часов быть уже дома в Краснодаре. А это 180 километров, 3 часа езды, если без сильной спешки. Поэтому сессия сегодня будет не очень длинная. Рыбу закормили, сами перекусили. Начну ловить. Сразу с короткого поводка 30 сантиметров. Там посмотрим. Возможно, даже придется уменьшаться. Хочу ловить карасей, но не хочу ловить другую рыбу. И вот начнем с 14 крючка на 0,1 поводке. Ну что, первый пошел. На улице плюс 2. Осталось, чтобы рыбка клевала. Чтобы кайфануть. Самое интересное, самое первое видео на моем канале было отснято ровно 2 года назад. Недалеко от Краснодара. В этом видео я ловлю карася и таранку. Можете посмотреть, перейти по ссылке. И ровно через 2 года опять карась и таранку. Есть рыбка. Прикормка у меня смешана. Зимний лещ и зимняя плотва фирмы Миненко. Ну давай, что-то бойкое. Ай, тараночка. Тараночка. Ее там на точке собралось очень много. Ну такая красавица. А? Таранка, по сути, это та же плотва. Очень-очень любит частой подачи. Очень любит в толще воды, чтобы постоянно висел шлейф. Тогда она отзывается, собирается на точку очень сильно. Скажем так, хорошо кормив точку, рядом, в районе 50 метров, вокруг, можно всем убить поклевки. Есть рыбка, что-то хорошее. Начинаешь обильно кормить при ловле таранки, вокруг
вправо-влево на 50 метров людям прекращаешь. У людей начинают глохнуть поклевки. Так она реагирует великолепно на прикормку. Красавица. Поэтому, если вы едете ловить именно таранку и видите, что рядом садится фидерист, начинает обильно меняйте место. Или кидайте максимально близко к его точке. Рыба будет крутиться там и вас там будет клевать. Плотва, она практически, плотва и таранка, она не стоит на месте. Она крутится. Она подошла, отошла, подошла, отошла и крутится в определенном радиусе. Поэтому, если вы в этот радиус будете попадать, то у вас тоже будет клевать. Не так хорошо, как в ловле точки у фидериста. Ну, есть шанс. А кто будет вправо-влево, чуть дальше сидеть, возможно, у них заглохнет полностью. Два раза был на таранке, ездил. Можете посмотреть видео у меня на канале. В разных местах. И два раза такое происходило. Таранки немерено. Кивертип начинает ходить ходуном почти сразу. Секунд через 5. Как кормушка останавливает, падает. То есть рыбы на точке очень много. Дистанция небольшая. Ветра нету. Получается кидать идеально. Точка в точку. Прям кладется. Идеально. Класс. Джигануть чуть-чуть. На поджиговке поклевка была. Еще раз протащим. Есть. На поджиговке взяла. На поджиговке взяла. Кто там? Кто там такой бойки? А, иди сюда, моя красавица. Красноперка. Смотрите, какая красивая рыбка. Красноперка. 23 февраля ловим красноперку. Рыбку. Таранка подошла первая, теперь подошла красноперка. Когда подойдет карасик, кто знает, а? И подойдет ли он вообще? Здесь что-то есть. Что-то. Есть у бегемота. Что там? Тараночка. Поклевки нету. Поджиговка и сразу поклевка. Кто там бойки? Красивый такой. Ой, какая хорошая тараночка. Вот, пожалуйста, опять. Поджиговка сразу. Поклевочка. Красиво отрабатывает. Шикарная палочка. Ловлю удилищем Daiwa Tender. Удилище до 30 грамм. Длиной 3,37. Весит 147 грамм. Вот. Сейчас. Таранушку надо сфоткать. Очень шикарное удилище. Как раз по некрупной рыбе. Просто сказка. Вот так вот. 30 сантиметров поводок. Таранка берет его в заглот. Что-то забагрил кого-то, что ли. Пеленга. Или какой-то мусор, или кого-то забагрил. Походу пеленгаз. Или что-то другое. Сейчас узнаем. Нет. Карасик клюнул. Я его поймал, друзья, ребята. Я это сделал. Зимний карасик. Моя самая любимая рыба. Вот он какой красивый. А, красавец. На одного парика клюнул. Вот это уже кайф.
Все, не зря приехал. На рыбалке зря никогда не бывает. Но карасика я уже поймал. Класс. Ну давай, продолжаем банкет. Я готов. И тоже клюнул после поджиговки. Так что сегодня здесь поджиговка работает. Используйте ее регулярно. Она бывает очень выручает. Даже по сазану на фидер. Я сазана ловлю, ожидание 10 минут. Если поклевки через 10 минут нету, я делаю поджиговку и жду еще минуту-две. Если поклевки нету, перебрасываю. И вот бывает после поджиговки в течение там 30-60 секунд поклевка. На сазане это очень часто. Зимой карась клюет по-другому. И нужно использовать самые-самые чувствительные кювертипы. На плоту настолько чувствительные не нужны, как зимой на карася. Что-то бойкое что-то. Ой, как бьется, а? Видно? Надеюсь, видно. Кто-то кукукает. Ну кто там? Так, карасик мой красавец. Вот он. Сковородочный малыш. Вкусненькая рыбка. Красивенькая. По холодной воде чаще всего пользуюсь только красным опарышем. Белый даже если покупаю, только в небольших количествах для пробы или для подрезки. Кто там такой бойцовый? Кто ж там такой бойцовый? Карасик. Ой, какой красивый. Вот такой красавец. Когда делаете поджиговку, учитывайте длину поводка. Поджиговка должна быть длиннее длины поводка, если вы ловите не на течении. Вы должны сместить насадку. А если, допустим, поводок у вас 60 сантиметров, вы поджиговку сделали 30 сантиметров, то с большой вероятностью насадка у вас осталась лежать на месте, не пошевелилась. Судя по поклевке, карасик должен быть. Посмотрим. Поклевка была карасевая, еле-еле. Шевеление. Он сам. Вот такой красавчик. Смотрите, что делаем. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поклевка. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Поджиговка. На поджиговке поклевка. Катушку на ТО пора на холоде. Фрикцион отказывает. Нет, фрикцион, а обратный ход. Насадка. Один красный опарик, два моделя. Поводок я вернул до 30 сантиметров. Повторяем. Заброс. Топим.
коснулась дна, натягиваем лесочку. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Поджиговка, поклевка. Примерно на счете 16-17 я уже вижу, что рыба зашла на точку по кювертипу. Какая тараночка хорошая. Тупим, натягиваем, считаем. 11, 19, поджиговка, поклевка. Сошла. Блин, сошла. Можно было с фидергамом работать, не стал его ставить. Рыбка. Хорошая тараночка. После второй поджиговки поклевочка. Что там такое? Бойцовая. Магор, пацак. Хороший карасик. Ой, какой красавец. Еще и поведенный. Шикарный, шикарный красавец. Лучший результат у меня сейчас показывает. Поводок 0,12, крючок 12. Вру, поводок у меня 14. Да-да-да, поводок 14, крючок 12, соды овнер. Карась такая рыба, которая, несмотря на то, что она осторожная, она отлично кормится прямо с кормушки. И поэтому, когда он заходит на точку, видно, что он зашел на точку, начинает шевелиться кивертип. Он заходит прямо на кормушку и кушает прямо с кормушки. Поэтому длинный поводок для карася не нужен. Длинные поводки у нас в первую очередь пошли от спортсменов. У них есть ограничение по длине используемого поводка. Плюс это задает лещ. У нас чуть-чуть другая рыба. И люди не хотят пробовать короткие поводки, не верят. Поджиговку делать нужно не катушкой, а удилищем. Удилищем вы контролируете длину и резкость. Она не должна быть резкая, она должна быть довольно плавная. Иди сюда. Иди сюда, мой мальчик. Иди, мой хорошенький. Я тебя так люблю. Ой, красавец, бьется, боком становится. Ой, какой красивый. Какой, а, уже второй. Покрупнее красавец. Вот такой, а. Ну что, друзья, еще раз всех с праздничком. 12 дня, нужно ехать домой.
До дома еще 180 километров. Подловил. Рыбалка была очень интересная, классная. Все время что-то надо было придумывать новое. То работала поджиговка, то не работала. То работала вместе с дипом, чесноком. То дип отказывалась полностью. Все время что-то нужно было давать ей новенькое. Рыбалка очень интересная. Полдня рыбалки. Карасиков подловил на жареху. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте класс. Пока.